Потеряли? У меня открыто, не будет забить. Нет, у тебя все нормально. Что там, потеряли? Она уж впереди. Она самый быстрый гонщик. Thank you.
машину пропустим как раз. Вот. Машина не спешит ехать. А, может она и не... Давай, ладно, глотнем у тебя так и выйти. И еще мы хотим съездить вот в Старецкие пещеры. Тоже с ночевкой. То есть туда сколько там, 60 километров? 80-90, да? Ну вы туда на велосипеде, я обратно на велосипеде. У нас как бы машин нету, все планы. Нет, я просто к тому, что не на электричке, а на велике. Ну там же все равно потом 15 километров пехом. Почему, на велике можно? Нет, я имею в виду, если ехать на машине. А, да. Нет, на велике, мне кажется, просто будет интереснее. Конечно. Останется тут ехать, вот, если ехать по асфальту. Два часа. Ну, да. Просто если ехать по нашей дороге, то можно Скорее. Приехать тут, нет, я имею в виду приехать туда и уже переночевать. Да. А потом на следующий день уже там. Пещеры. Там переночевать второй. Да. А потом уже обратно. Вот как бы такие у нас планы. Потому что по сути это и не напряжно будет. То есть потихоньку из душа поехали, встали. Ну вот я говорю, за сегодня мы проехали полтинник, плюс полтинник? Еще было ожидание 50 будет минимум. А, ну когда вернемся, да? Да. А плутание еще по лесу. Да. Плюс плутание по песку. Это еще дополнительные.
отлично. Нагрузка по карте получается около 45, с учетом того, что мы туда-сюда полтинник. Да, получится 45. Отдохнуть, сойдет водички, подождать товарища. Тебя нету? У меня есть. Друзья? По крайней мере, даже еще в этом. Когда были на самолете, потому что у вас на обоих слишком передача стоит такая, что крутится постоянно. Она отдыхает, да? Ну вот, я два раза педаль повернул. Побольше, и еду. Ну, у тебя вот это будет. Ну, да. А мне надо так тяжело по грунту. Тем более, у нас есть сейчас там вот дело. Ты это не понимаешь, что это у нас первый раз это сидело. 28-22. Это ролик, поэтому полчаса идет.